Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шедимен. Вы думаете то, что это обычная деревня жителей в Майнкрафте, однако вот эти вот жители в черных костюмах появились здесь не просто так. Говорят то, что появился какой-то хакер, который научился добивать биткоины, и после этого вся деревня жителей начала это делать, и, в общем, вы сами увидите, что находится внутри каждого из этих домов, мы обязательно вам покажем. Ну а также наша сегодняшняя главная цель – это пробраться в пещеру, которая находится прямо под этой деревней жителей, в которой тоже можно найти биткоины и другие драгоценности. Но ты прямо сейчас, пока что есть время, пиши в комментариях цифру от 1 до 5, какой предмет хотел бы ты найти в этой прикольненькой пещере. А также после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом, чтобы точно получить эту штукенцию. Ну а если ты еще до сих пор не подписан на канал, нажимай на красную кнопку подписаться. Большое тебе спасибо. Ну а теперь заваривай чаек, готовь вкусняхи. И если что, никому не говори то, что мы здесь были. Приятного тебе просмотра. Подъезжаем, подъезжаем по ходу. Помните, в интернете писали, там какие-то агенты оцепили, короче, эту деревню жителей? Нам надо беспалевно туда пробраться. О, вон, смотрите, здания начинаются. Куда тачку заныкаем? Я пока не вижу ничего. Куда тачку заныкать? Давайте поедем куда-нибудь. Так, надо пусть заехать есть? Куда-нибудь. Давайте вот сюда направо заедем. Какое-нибудь углубление. Вон, вон, смотрите, видите? О, я вижу, там какие-то автомобили тоже я стоят. Я пока не вижу. В этой деревне жителей. Так, о, слушайте, идеальное место. Смотрите, мы сейчас тачку, да, сюда поставим. И будет, да, она будет прям в котловане. Все, так, внутри калма, за калмом спрятано, так, чтобы она только не застряла, и мы потом выехать отсюда смогли, если что, по-быстрому. Да сможем, откопаем. Так, пойдемте смотреть, обалдеть, там писали то, что какие-то хакеры, короче, поселились в этой деревне жителей, и добывали там, получается, вот эти биткоины всякие, там, и еще что-то, короче, пипец, они чем только не занимались. Слушай, если это реально так, там куча оборудования всякое, как-то да, должно по-любому, быть, да? Я хочу попробовать заглянуть в эти здания. И что посмотреть, что они там занимались вообще чем, короче. Получается, современная какая-то деревня жителей у них. Ну да. Так, смотрите. Теперь, да, уже. Я сейчас использую зельку невидимости на троих, на нас. Вы не используйте. Оставьте на всякий случай. Хорошо. Идем туда, короче. И следите, чтобы она у нас не закончилась. То есть, если закончится, это будет вообще фиаско. Все, так. Погодите, а мы же друг друга заработала. Не увидим. Так. Ой, а как мы? Смотрите. А давайте хлебушек. Давайте возьмем. Хлебушек. Короче, хлеб берем в руки. Давайте за мной, погнали. Все. Так, я хлебушка сейчас тоже. Давайте. Возьму. Потом, если что, встречаемся назад, встречаемся возле машины, если мы совсем потеряемся. Поняли? Хорошо. Когда будем выходить хорошо. Уже отсюда. Все, погнали, ну, погнали. Да. А я вижу вас. Слушайте, почему-то. В смысле? Я тоже. Что за фигня? Какого фига? Эй, назад, назад, нас назад. Тут, походу, система скорее безопасности какая-то. В эту, ни в коем случае не наступайте на желтую траву, вот эту дурацкую. Ой, слышите а меня? Что это такое? Запомнили? Она не наступайте, нас. Не наступайте. Давайте, кто у вас зелька, у кого? Давай сюда. У меня есть. Давай, разбивай. У меня тоже есть. Жесть, чуть не спалились. Все, не наступайте на желтую траву, смотрите внимательней. Капец, всё, там камеры видеонаблюдения повсюду стоят у них на зданиях. Да, кстати, висят. Нас могли уже там записать. Вот именно. Нубик, все, давайте, смотрите под ноги, реально. Сейчас, а за, меня если... не видно тоже, да? Да нет, никого не видно сейчас пока что. А меня? Не видно никого. Не-не, я так, только все, смотрите, под, я прям под камерой видеонаблюдения. Так, под камерой видеонаблюдения иду, да, вот именно. Слышно, тише. Давайте в кузницу зайдем вот сюда направо. Идите сюда. Давай, я по хлебу, я не знаю, иду за в обычной деревне, деревне жителей обычно стоят здесь печки, а здесь системные блоки стоят. Погнали внутрь. Так, что-то в сундуке. Вот реально первый. Смотрите, компьютер. Сколько биткоинов находится там. Вы представляете, сколько о. Один биткоин стоит алмазов тут, наверное, в Майнкрафте? Это же вообще просто... богатейшее место. Нет, ты чё какой? Ты чё, положи назад систему, у нас тут сигнализация стоит, Нубик, ой, ты чё такой быстрее, глупый-то? Быстрее, Нубик, ты что? Сумасшедший, ничего реально, честное такого, слово. Не ты совсем что ли? Я не знаю, слова даже подобрать не могу, честное слово. Так, давайте так, в это здание. Выбежали? Я вот в это здание зашел, короче, где открыта дверь. Ты, Нубик, конечно, совсем что ли головой не работаешь? Я тебе говорю, так, Нубик, защищенная подожди. Деревня жителей. Что, они что, даже траву подожди. Защитную поставили сюда, чтобы зелька невидимости так, я вас палила не вижу, нас. Где вы? Напротив мы. Где? В здании дверь ой, открыта. Прям... Так, тут тоже дверь биткоины открыта, лежат. Вижу, короче, открыта. Обалдеть, смотрите. Тут реально в каждом здании огромное я количество вот компов здании. И огромное количество видеокарт работают просто бесперебойно. И огромное количество людей, которые слушайте. Тут патрулируют постоянно. Так, Лиска, короче, я не понимаю, что с тобой. Я не знаю, я возле чувака стою, вот этого охранника. Но ты вышла из а кузницы, пошли, и вот ваши. Сразу дверь открытая. Леска, ты чего, совсем что ли? Я не знаю, что с тобой? Я в другую сторону пошла. Одумайся. А что, вы уходите? Так, я не ничего знаю. Ничего себе, сколько здесь всего-то. Можно еще что-нибудь посмотреть здесь? Я только не знаю, что можно еще посмотреть. Короче, ладно, ну, погнали. Давайте пройти? Сваливать отсюда, так. Пойдемте в пещеру лучше. Пойдемте лучше в пещеру. Пойдемте. Потому что кто его давай. Знает, какую они еще систему безопасности здесь придумали. Так, я молоко взял, я сейчас его выпью. Вы смотрите внимательнее, чтобы меня это увидеть. Обычный. Так, давайте. Все, я вышел. Давайте. У них хотя бы колодец обычный, не из денег.
Ну да. Так, я за дом вышла? Я не знаю, я уже в равнине какой-то стою, выбежал прям в открытую тут стою. Что давайте, тебя выбегайте. Видно? Давайте сюда, да я знаю, я ж выпил эту. Вижу, я его вижу, я сейчас подальше, я там попозже выпью. Давайте, 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 подходите, подходите, все, выпивайте быстрее. Что, что, чтоб видели леской в упор, дверь не может открытую заметить. Конечно, тут что угодно надо делать, чтобы это... А вот я могу вот так наступить. Ну, погодите, стой. Ага, все, видимо, и стали. Леска, давай, выпивайте там зельки всякие. Все, полетели. Видно меня? Да. Все, пошлите в эту пещеру. Фух, обалдеть. Да, о, смотрите, я вижу там уже эти телефоны, короче, какие-то валяются везде. О, получается. Себе, давайте заходим. О, а там бриллианты никого нет, какие-то, не знаю. Возможно, охрана, конечно, там ходит, но это не факт. Возможно, они не знают может быть, об этом. Зря мы, слушайте, рано молоко выпили. Да нет, ничего страшного не будет. Нет, если что, нет. Есть еще одна зелька. Посмотрите, тут даже всякие эти айпады, айфоны, короче, есть. Бриллианты. Вот это ничего. Не алмаз, а реально бриллианты какие-то. Давайте добывать все прямо. Прям все-все-все добываем давай. Как можно больше. Но помните то, что главная цель на сегодня это именно биткоин найти. То есть биткоин так, это самое-самое основное. Так. Ну телефоны я тоже забираю. Все-все надо забирать бриллианты. Как можно больше. Вы чего? Тут же вообще слушайте, тут капец. Какая-то жидкость такая противная. Да-да, кстати, реально. Да? Аккуратней только тут не наступите в нее. Мы с вами когда в пещеру, вот получается, денежную уходили. Так. О, я пойду планшеты. Пока что в эту сторону. Так, вы смотрите, далеко не расходитесь и сразу вглубь о, и никуда алмазы, не уходите алмазы. Тоже. Это бриллианты, ой, какие это бриллианты. Алмазы. Ты да, выскочил? Вот именно. Леска, у тебя дверь не видишь, название забываешь. Ну ты вообще, конечно, какой-то. Вы, походу, с Нубика мозгами меняетесь а потихонечку. Телефоны снизу. Это айпады, Леска, ты вообще что ли? Реально, Нубик, ты же знаешь, да, то, что это телефон айпады вообще-то? Че, это планшет, знаю. Что ли? Вот, капец, походу, реально, сегодня зелька ну, невидимости все, на, вас, уже, на вас подействовала зелька невидимости, получается, и Леска поменялась ну, мозгами быть, с Нубиком. Я такую штуку ни разу не пила. Нет, сверху, я говорю, Нубик, вглубь вообще не уходи пока что, надо все откапывать здесь. Тут, капец, бриллианты, так, слушай, одно я, под знаешь, другим я лежит. Сквозь прошла, из другого выхода вышла, но я обратно иду. Я сейчас подойду назад, где мы, получается, спускались ой, в самом начале. Эта штука бьет. Так, выходи блин, оттуда, нафига ты сюда бить. Идешь-то в нее? Аккуратней, аккуратней. Так, о, Нубика нашел. Так, где леска-то у нас? Я тут, тут. Так, все, давайте так, вниз спускаться, я... чуть пониже, вот сюда. Кстати, сюда можно идти. Что там есть еще? Там тоже что-то есть? Вентиляторы. Какие вентиляторы? Это видеокарты, Нубик. Совсем что ли? Это то, с помощью чего ой, можно криптовалюту вообще-то добывать, Нубик. Ты о, глубоко, совсем. Так, мы куда-то глубоко, вниз спустились. Я сейчас попробую еще раз еще ниже спуститься, потому что тут капец какое количество айпадов находится. Так, а факел биткоины сюда нашел поставим. Кто-нибудь? Не, биткоины, если бы мы нашли, мы бы тут, наверное, визжали бы, как не знаю кто. Блин, вы представляете, сколько биткоинов добыли эти жители? И мы не можем с вами одну штучку даже добыть. То есть, насколько ну, видимо, богатая очень деревня. Глубоко, не надо копать сильнее, сейчас так. Будем... пробовать. Так, видюхи тоже добывайте. Если что, дома поставим видеокарты, будем так видеокарты, как жители, мощные, получается, добывать. Конечно. Они какие-то, тем не более, знаю... они сейчас подорожали, они да, сейчас тут капец, у них винты, стоят. Короче. Тут в Майнкрафте реально просто обвал цен настоящий происходит из-за этой деревни жителей, из-за одной. Из-за того, что они тут добыли и просто какой-то балаган устроили. Так, да, 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 пойдемте ниже, конечно. Нубик, давай поднимайся. Ладно, так, Леска, ты где? Леска куда-то уже вниз, кстати, пошел. Я вот сюда предлагаю идти. Тут очень резкий спуск вниз, но при этом там уже есть и телефоны, и видюхи просто повсюду валяются. Ух ты, так что слушай, давайте их потихоньку точно, добывать. Вижу. Так, бриллиантики так, тоже надо вот все забрать. Видюхи подобываю, мне ни одной штуки так, давай-давай-давай, добывай. Так, я пока что вот за этими айпадиками пойду тогда, тоже их заберу. Так. Я тоже за айпадиками. Так, все, здесь слушай, все мне есть. Мне кажется, офигеть. Да, я чувствую сейчас где-то биткоины рядом. Ой, Леска, все, до свидания, получается. Тебя не замочил, смысле, Леска. Леска упала с высоты. Леска просто с высоты упала, я ее поздравляю. Леска, вещи у тебя тут есть, что да, давай забирай свои эти мешки тут, короче, жесть вы даете, а конечно. А где я их заберу-то, я все уже я знаю, без понятия, Леска, ты вообще, конечно. Так, что такое? Где биткоины? Уже сколько мы тут лазим? А я боюсь то, что... инструменты у меня кто-нибудь, я да, не знаю, нету? Я не знаю. Вот же валяется тут что-то, посмотри. Вот здесь сверху да, какие-то, не знаю, как андюли о, валяются. Ура, с кого-то кстати, выпали. Тут вообще дофигища бриллиантов и дофига видеокарт. Мне кажется, вот откуда жители насобирали себе столько компьютеров. Да, и поставили возможно, у себя по домам взять, там. Да. Так. Но откуда им еще было взять? Если услышите какие-то мигалки, я не знаю, либо еще что-то, то бежим, валим отсюда сразу, потому что... Чё? В смысле? Ты чё, офигел, что ли? Опять он нечестно собирает, смотрите. Нубик, а ты чё айфон это пропустил? Нафига ты вниз сразу пошел? Нубик, уже всё, айфон уже фигня. Понятно всё. Всё с ним понятно, короче. Я их заберу сейчас. Нубик, даже смотреть не будем. Мы сейчас тут сами все заберем. Ты совсем обалдевший, что ли? Я тебе говорю, вниз не спускайся, идем все вместе. Пойду, мы сейчас топором по голове тресну. Так, иди сюда, сейчас тебя топоришкой прям. Чё? Чё вперед просто летишь постоянно? Так. Все, давай, не визжи, короче. Нубик, дерешься еще капец. Ну ты совсем обалдевший. Да, что это не чего? Так, тихо, я сейчас... Чё такое? Опа. Так, я вообще-то Rolls-Royce тут нашел, Нубик. Ты, он увидел как биткоины, и, но не заметил Rolls-Royce, Нубик.
Ну, ты, конечно, ты понимаешь то, что... Я хотел увидеть биткоины, что за мне вообще ничего не Ну, вообще безумный. Вот, все, я его забрал уже, Rolls-Royce, посмотри, вот он. Вот он прям здесь стоял, вот он, смотри, у меня в руках. Вы понимаете, как мы будем богаты? Я лампу нашел! Так, Нубик еще и тачку нашел, все с ним понятно. Давайте быстрее. Я чувствую, как будто бы здесь неподалеку есть какая-то целая кладка с биткоинами, прям с очень большим количеством. Так, вы мне скажите, мы что делать с айфонами будем? Магазин так. Я не знаю, не знаю, что будем делать. Видеокарты здесь сделаем, наверное. О, вот биткоин тоже прям мне перед носом. Все, я тоже биткоин нашел наконец-таки. Слушайте, я еще одну машину нашел. Все, молодец. Так, не пропускайте только ничего. Мы что-то с вами слишком как-то разогнались, уже даже на бриллианты внимания не обращаем. О, еще! Три биткоина! Три битка тут нашел. Слушайте, прямо возле воды. Под водой они были здесь. О, нет, поплыл. Кто? Один прям по воде биткоины, поплыл. Биткоины, да? Так, да-да-да, нужно так, закрыть пойду, эту наверное, воду. Нубик, а там есть проход, где ты был сейчас? Где? А? Вот туда. Дай пройду. Так, там, что это тут за эти там, подъемы да, какие-то? Так, а здесь почему-то вообще у меня ничего нет. Нубик, у тебя все нормально? Что? Ну, с тобой что все такое? В порядке? Так, что? С тобой все в порядке, говорю, тебя не съели там? Да, а, нормально. Все в порядке. Я не знаю, как ты говоришь, ты просто у него что-то спрашиваешь, он даже внятно ответить не может. Мало ли, может быть, у него там что-то происходит. Нубик, ты если что, сразу тревогу бей. Ты просто... Так. Еще биток. Слушайте, я офигеваю. Слушайте, так. Ну я пока биток я не нашла. Я просто ломаю все. Потом давайте скажем, и получается, по течению реки все сносит прямо ко мне в карманчик. Так, все, да, я еще дальше иду. Ты знаете, там, чем дальше по течению, чем тяжелее плыть, тем более я тут дорогие вещи нахожу. Я так, просто я поражаюсь этого на самом Ой, деле. Ой, вода пошла вода. О, леска, здорово, здорово. Так, смотрите, там белая жидкость спереди, леска. В нее только не упади Ой, снова. Меня несет. Это очень опасно. Я не хочу в жидкость. Так, ну я для чего? Я не хочу в жидкость. Так вот так, смотри, делаешь все, смотри, жидкость не опасна больше. Так, закрыл? Правда, мне не нравится то, что там в принципе здесь находится, так что давайте, наверное, это... Что-то, погодите, а как мы сюда все да, вместе с вами попали-то? Что-то непонятное как, произошло. Чего? Так, блин, а здесь что было у вас, место? Получается? Ничего себе, еще бриллиантики оставили. Ну, спасибо, спасибо за бриллианты, конечно. Это я, наверное, прошу. Офигеть, так. А вот айфоны сверху. Так, и сколько у нас битков, получается, Леска? Ты битки нашла уже? Уф, ну да, короче, поняли, айпад. Ну, короче, поняли меня. У Лески вообще там, там жидкость, кстати, аккуратнее. Все, уходим отсюда. Уходим из этой жидкости, она нас реально постоянно что-то давит. Она может на голову там короче. Так, кстати, вопрос такой, а кто помнит дорогу назад? Как мы возвращаться-то отсюда будем? Мы сейчас... Я так примерно помню, кажется, но мы не все сейчас нахапаем, а выбраться не сможем. Так, стоп, а кто сколько тачек нашел? Я ноль. Я две. Две? Ты не сказал, даже про вторую тачку не сказал? Я вообще-то сказал то, что когда я вторую тачку нашел, я сказал, ой, еще одну машину так, что-то нашел. Я ничего так что за не машина-то вижу, хотя бы? Все, что ли, получается? Я не знаю, пойдемте... Как-то мало. Знаете, давайте потихоньку, наверное, я не знаю, либо к выходу двигаться, либо пытаемся им еще что-то найти. Немножко так, погодите, что это такое поищем? Там? Не, слушайте, тут реально как будто бы все это закончилось. Так, сейчас я поток воды закрою, а то мы с вами 3000 лет так будем подниматься. Да. Здесь мы, по-моему, были. Смотрите, мы вернулись, получается, вы... Да, здесь ничего нет, да, просто были, ничего были. Нет. Так, что, а что вода-то продолжает идти-то? Что ты делать-то будешь только? Так, а не нет, знаю, все заканчивается, воды, заканчивается. Так, а здесь у нас что? А вот там, смотри. Давайте сюда еще зайдем. Нет, здесь мы тоже. О, нашел, смотрите. Еще есть, О, есть, отлично. Есть тут всякие штуки так, а вот прикольные. Тут что интересно? Так, смотрите, ведь... О, слушайте, это вообще какая-то вот, кладка целая. Посмотрите, здесь, одно под другим находится. Обалдеть, осторожно, круто. Меня не упадите, я под вами получу. Окей, так, Нубик, слышишь, не упади только, смотри. А кто здесь ломает? А, я это ты, Нубик, тут ломать. Биткоины! О, битки. Так, забираем. О, еще битковочки, Нубик, забирай битки. Скорей. Все, офигеть, Леска, мы тут кладку нашли. Тут все вместе, короче, кашей просто валялось. Мы все это собрали. Так, опа. Это тоже забирай. О, жидкости опять, слушайте, как я не люблю ее. Это, по-моему, было самое крутое, то, что можно было бы найти в этой пещере. Так, пошла я обратно. Так, пойдемте, наверное, вместе все назад. Так, бриллиантик валяется тут. Леска, сюда поднимайтесь, идите, да? Давайте вот сюда. Видите, куда? Где я иду, получается? Чуть повыше поднимитесь, вот сюда. Угу. Так, где вы находитесь-то? Стойте, а вы что это такое? Где... А я вижу, Боже по-моему, мой, вот что ты идешь. Происходит? Вперед, какая-то вперед, аномалия вперед. Тут у меня. Не вперед, вы сюда идите за мной, наоборот. Мы сейчас отсюда, если что, наверное, мне кажется, выйти уже... Во, вот здесь. А тут везде так, ходы уже. Смотрите, направо. Надо было факелы ставить, чтобы было понятно. А, вот, смотрите, по-моему, подъемы. Да, смотрите, тут факел стоит, получается, а мы здесь с вами... Мы, кстати, много оставили, по-моему, в начале. Стоп, тут снова спуск начинается. А где подъем-то? Вот и все, мы тут останемся, значит, не так, всегда. Не, я тут оставаться не хочу. Давайте... У нас там еще нам надо до машины вот добежать. Как-нибудь ставить. Куда? Ты хочешь... А, погоди, так возможно... Да, кстати, стойте. А, вот, все верно. Давайте попробуем хотя бы вот так вверх подняться, я не знаю. Так, аккуратнее, только друг друга не столкните, потому что высота сейчас будет все больше и больше. Так, куда мы выходим из этого места, получается? Куда-то наружу все-таки. Опа, надеюсь, то, что получится. Так, пока не вижу ничего.
Тут еще эти белые всякие фигни, так что аккуратно, чтобы на вас ничего не попало там. Так, я, по-моему, уже практически на самом верху, но почему-то я не помню этой дороги. Зато тут есть еще айпады. Тут айпады, зато планшеты повсюду валяются еще. Сейчас я их пока что подобываю, давайте поднимайтесь. Так, все получается у вас там, нет, Нубик? Да, я поднимаюсь сейчас. У меня просто не очень много. С Нубиком что-то снова произошло, короче, непонятно, я еще не знаю, что с ним. Нубик? Что случилось? Все нормально со мной. Все нормально, отлично. Что ты постоянно молкаешь-то? Я за тобой иду, вот ты где. Да там опять спуск. Слышите, мне это не нравится уже. Мне это не нравится. А вы не можете выйти, да, получается? Не, мы вышли, мы поднялись, только тут потом начинается новый спуск. Так, давайте попробуем. А выхода нет на улицу? Нет, я не вижу. Давайте попробуем какую-нибудь лесенку выкопать вот так вот, вот здесь вот, и подняться. Потому что у меня такое чувство, как будто бы эти агенты, они узнали то, что мы находимся здесь, и теперь они пытаются нас запутать. Так, Леск, ты поднимешься или нет? Да, я сейчас выберусь. Короче, Нубик, пойдем пока что выбираться с тобой. Пока что до тачки дойдем, если что, Леску здесь оставим и закопаем ее здесь, получается. Окей. Так, все, пойдем. Во, по-моему, тут это светлее-светлее становится. Но подъем был очень большой. То есть, я думаю, то, что мы недалеко с тобой. О, смотри, земля началась. По-моему, да. Что получилось? Да, тут земля пошла, смотри. Так. Все, мы вышли, мы снаружи. Так, тихо. Сейчас я поднимусь, я вижу вас. Так, а куда нам бежать-то дальше? Погоди. Ориентироваться нужно по деревне жителей, которую я. А, все, я знаю, где мы. Да, я знаю, где мы сейчас находимся. У меня очень мало было блоков, у меня все. Так, давай, Леска еще там где-то в канаве находится. Так, я пойду пока что тачку подгоню сюда. Выгоню. Нубик, ожидай меня там тогда, сейчас. Либо можешь это за мной пойти. Ты прям подгонишь, да? Да, сейчас я подгоню, ты сядешь, и мы, короче, резко свалим. Так, зачем? Ты чего? Куда ты их поставишь здесь? Чтоб нас спалили сразу? Столько автомобилей из ниоткуда появилось. Так, все, вот, все, тачка на месте наша. Наша тачка на месте. Подожди меня, Нубик, ждешь меня? Так, все. Кто там ждет, не ждет, я не знаю. Я уже выехал, все, я еду к вам. Нет, все-таки пещеры я не люблю, мне пора. Все, давайте, мы все забрали, никто ничего не узнал. Главное сейчас уехать отсюда. Давайте, свидетели не нужны никакие. Давай, садитесь. Быстрей. Все, Леска, садись. Все, поехали. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. Мы успели не только посмотреть, что находится внутри этой деревни, сейчас оцепленной, но и заодно успели добыть много прикольных всяких вещей. Ну а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Не болейте, всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.